и на прошлую неделю свежие программки. Кому программки? Программки на позапрошлую дешевле. Программки осталось всего 50 штук. Программки на прошлую неделю. Кому программки? Программки на позапрошедшую неделю программки. Вяземский! Ваза! Ты! Козявы! Колька! Колька! Козявы! А я смотрю, ты не козявки! Бизнес! Колька! Ах ты! Отличник! Отличник! Колька! Какой ты стал! Какой? Нормальный? Пойдем! Пойдем выпьем чего? У меня работа! Какая работа? Я покупаю! Ай, ладно! Чурка, садись! Ах ты! Отличник! Вещайся! Какой ты стал, козява! Я теперь не козява. Я теперь Николай Васильевич Козявкин. Ух ты! Да садись ты, угощайся, елки, мы с тобой. Колбаска! Эх! Ну! Давай, 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 давай! Как ты? Нет, чего я? Ты-то как? Как видишь? Да. Как в Санта-Барбаре. И пиджак вон фиолетовый, и компьютер, и еще всякие технические принадлежности, которых я даже не знаю. Да ерунда это все, господи. На, смотри. Вот, машина моя, дача, еще одна, жена, любовница. А, что все обо мне? Давай рассказывай, как ты-то? Институт закончил, потом аспирантуру на пятерке. Потом дома сидел. Теперь решил бизнесом заняться. Ну да, пошел в типографию, купил газеток, да? Решил денежку по-быстрому срубить. Если честно, то да. Посоветовал кто или сам придумал? Сам придумал. Ну, посоветовали. Сказали, придешь, возьмешь газеты за две, а отдашь за три. Ну, только не углядел немного, что подсунули на прошлую неделю. Запомни, Ваза, это мой тебе совет. Бесплатно. Вписываться надо только в проверенные темы. Давай. А где же их взять-то, проверенные? Ну, я, например, могу тебе подсказать кое-чего, подружка. Но, сам понимаешь, бесплатно сейчас, тем более свою проверенную идею. Ну, разве что по дружбе, баксов за 100 уступлю. За сколько? У меня вот только 12 тысяч. Ладно, давай эти несчастные жалкие 12 тысяч, потом отдашь, когда разбогатеешь. Ваза. На, держи. Только для тебя. Где верняк? Не портится, не пачкается. Покупаешь на килограммы, продаешь на метры, да? Да. В сезон разлетается. Значит так, мебель дома есть? Мебель продашь, деньги соберешь, контору откроешь, купишь лицензию, купишь полиэтилен и все. Деньги просто повалятся, просто я из рук изобилия. Вот тебе литература, ночью почитаешь, чтобы, так сказать, освежить. Ну и вперед, задачу. Devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour. Et quand on est là, tout près de lui, à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour où pour nous deux, le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer.
Присаживайтесь, пожалуйста. У меня очень сложный заказ. Все нормально. Вы обратились по адресу. Понимаете, мне нужен очень тонкий и очень изящный. Кто? Полиэтилен. А вот у меня, смотрите, какой только для вас. Мне нужен именно такой, но только разноцветный. Разноцветный? Пожалуйста. Смотрите, какой, а? Прекрасно. Но мне нужен в рулоне и без ручечек. Вот, смотрите, какой маленький цветной женский рулончик. Только мой полиэтилен должен быть в рулоне тонкий и не цветной, а в пятнышках. В пятнышках. Друзья забрали, но вернут. Так и сказали. Мы завтра вернем в пятнышках. Да. И вы можете мне это гарантировать? Я для вас могу гарантировать каждое пятнышко. Так я зайду завтра. Жду. Где же я возьму в пятнышках-то, а? Так, позвоните. Ой, какой красивый офис, слушайте, прямо в стиле ретро. Добрый день, вы меня, конечно, узнали. Я официальный дистрибьютор оптовой компании на доверии в кавычках. Мы предлагаем образцы лучшего полиэтилена, совсем недорого. Посмотри, дорогой, образцы. Будешь смотреть? Смотри, какой, а? Горох меняет цвет. Горох хамелеон просто. Посмотри, белый, это для людей со вкусом, просто все белый. Стены белые, пол белый. Это палисадный. Палисадный, мой любимый. Это что? Это черный. Ай, какой красивый. Ты думаешь, это из пакета вырезан? Нет. Это лучшие образцы черного полиэтилена во всей Европе. Это такой же, как был ранее. Палисадный, только косая палисад. Послушайте, выручите меня. Нет ли у вас случайно пятнистого? Пятнистого и в рулонах больших, мужских. Дорогой, пятнистый рулон? Ай, Васюша, как обидно. Просто обидно. На складе весь склад завален. На складе есть, а склад далеко. Склад какой склад? А мой склад недалеко. Два шага, да меньше даже. Ты вышел, а мой склад стоит. Пойдем сходим, дорогой, ты придешь. Выберешь все спокойно. Деньги заплатишь, заберешь и наживешься. Что, прямо сейчас можно пойти? Пойдем, дорогой, да? Одевай пока валеночки, я курю пока на улице. Слушайте, я сейчас, я мигом, только одену шапочку. И маме позвонит, нет, маме не будет. Сейчас. Заходи, дорогой. Слушай, ай, ты сарабрачай, кей. Ты ж бессменные обуви, дорогой, туда бессменные обуви не пускают. Там же полиэтилен, там чистота, все блестит. Ты знаешь что? Ты дай мне деньги, а? А я тебе полиэтилен прямо сюда вынесу. Давай, дорогой, а? А, да, пожалуйста, я вот занял. Вот молодец какой, такой там полиэтилен, что ты, как слеза горная. Ай, как жалко, что ты бессменные обуви, ай. Козявкин, грустная история. Ни денег, ни полиэтилена, один унитаз. Ну как? Как тебя? Такого умного, вяземского, угораздило на деньги неизвестно кому, а? Может быть, чего-нибудь другое подскажешь? Проверенное. Ну хорошо.
Есть у меня кое-что для тебя. Всего за 100 баксов. У меня 100 нет. У меня осталось всего 5000. Ладно. Есть у меня для тебя идея. Есть. Бизнесмен из тебя никакой. Извини, но никакой. Проверено. Может быть, из тебя сыщик хороший получится. Подожди. Сам себе поможешь. И может быть таким же, как ты, Лопухам, понимаешь? Найдешь и свои деньги, и другие, и клиентов будет, заказов, моль. Есть что продать? Ну, квартира там какая. Комната. Прекрасно. Продаешь. Завтра открываешь новую контору и вперед. Вот это вот бесплатно тебе даю. Ночью прочитаешь, утром специалист. Yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louie. Louie wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louie, you better do what Louie tells you to. I met Louie on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. Участковый Басюк, советую вам, если вы такой нечуткий, крючок поставить или цепочку одеть. Этот уже вторые сутки хожу. Но я милицию не вызывал. А я что-нибудь нарушил? Разве я что-нибудь? А милицию не вызывают, дорогой товарищ. Она сама приходит, когда надо и куда надо. А преступление легче предотвратить, чем расследовать. Это да. Сразу видно, что вы профессионал. Я тоже научусь. Да, я как узнал, что у меня на участке конкурент объявился, сразу подумал, дай, думаю, зайду, посмотрю. Очень приятно. Друзей нужно знать в лицо. Что расследуем? Есть очень интересное дело. О пестрой пленке. Здесь все. Адреса, пароли, явки. Масса потерпевших. Ну, включая меня, я думаю, надо брать. То, что ты думаешь, это уже хорошо. Но бандитов надо брать с поличным. Предлагаю свой план операции. Операция. Пестрая пленка. Добрый. Что это у тебя? Это дело о пестрой пленке. А, место преступления? Да-да. Не да. Так точно! Так точно! Вот. Значит, так. Здесь бандиты. Сейчас я крестиком. Крестиком. Здесь ты. Ой, восклицательный знак. Здесь я. Это засада. Я в гражданском. Тебе что-нибудь гражданское? Это у меня только форма. Штатская. А, шапочка.
И еще плащ, плащ кожаный, замечательный плащ. Держи. Добрый. Специально для засад. Кожаный. Ой, он длинноват вам. Я успею укоротить. Самый раз. У меня нитки есть. Слухай, седый. Значит, я как гражданский захожу, плачу гроши. Кстати, деньги-то у тебя есть? Нет. Но есть. Деньги, да. Деньги-то, только, к сожалению, это не мои, я сам еще не успел, я занял. Успокойся, после операции все получишь в целости и сохранности. Значит так, я как приманка, ты в засаде. Я захожу ровно через 3 минуты, через 3 сверим часы. Ровно 3 минуты. Я забуду, я обмотаю. Ты врываешься, всех вяжешь. Тебе деньги, мне медаль. Все понятно? Ух ты, черт, ты полосатый, ты ж такой же, как я. Давай. Теперь у меня друг появился, милиционер. Сейчас маме позвоню. Нет, не буду, маму волноваться не буду. Ай, пойду налегке, ай, не пойду налегке. Перезаряди. А, он пластмассовый. Тем более. Тихо. Главное, помни, ровно 3 минуты. О, у меня записано. Не меньше. Да. Сейчас посними. А. Мою. Да. По команде. Да. Вот такая вот, друг Козявкин, грустная история. Ни милиционера, ни пенопласта, полиэтилена, один унитаз. Боже мой, ну откуда и кто мог предположить, что ты отдашь деньги неизвестно какому милиционеру, а? Друг Козявкин, может быть, поможешь в последний раз? Ничего, что мне жить пока негде. Ну, я не знаю, дружище, ну не знаю, ну как? Я знаю. Ну, знаю. Ты же понимаешь, что в этом мире ничего даром не бывает. Я знаю. Вот мелочь только осталась. Возьми, пожалуйста. Ну что, Вяземский, опыт у тебя большой. Опыт у тебя действительно накопился. А что из тебя открыть гадальный салон, а? Ну? Будешь гадать по руке, по картам, знать порчу всякую, ворожить там, я не знаю. Народ это любит, потянется тебе просто бесконечной чередой. Ну подумай, ну продай что-нибудь, ну наверняка что-то осталось. Вот, продай и завтра же, начинай работать, начинай. Вот тебе бесплатно, просто ценнейшие книги из музея. Бери, ночью прочтешь, утром специалистом станешь, ну.
Ты кто? Кто-кто? Ты же меня звал. Я твой успех. Я твой. А где же вы раньше-то, простите, были, а? Где-где? В отпуске. Ой, так неожиданно все случилось. Что же мне теперь с вами делать? А что хочешь, что, то и делай, когда успех рядом, когда. Я хочу полиэтилен, я хочу полиэтилен в рулонах, в пятнышках, большие рулоны полиэтилена, чтобы она в меня влюбилась, чтобы мы были вместе, чтобы мы меня не обманули. А? Что «а»? Нужен полиэтилен? Бери деньги и пойдем. Время идет, время. А? Где полиэтилен взять, я знаю. Но там обманывают уже два раза. Это без меня тебя обманывают. А если ты с успехом придешь, ты сам всех объегоришь. Я обманывать не умею. Вы мне поможете, да? Пойдем. Чего, стучать? Зачем стучать? Зачем? Деньги с собой? Деньги, да. С собой, вот я занял. Тогда сразу и заходи. А что ты на этот раз сделал? Переоделся его успехом? И ламп? Лампочки наклеил. Ой. И он поверил. И денег дал. Ну, как говорится, если слышен денег шелест, значит, лох пошел на нерест. Друг, а я вижу, у тебя дела пошли в гору. Сейчас они у тебя под гору покатятся. В каком смысле? В таком. Подожди, куда ты клонишь? В правоохранительные органы я клоню. Секундочку. Мы же шутили с тобой, мы же шутили. Мы же как бы курс тебе, курс молодого бойца, молодого бизнесмена. Ты же прошел его. Ты же прекрасно выглядишь, ну. Ты все сказал? Все. Теперь слушай меня. Либо мы работаем 50 на 50 и вместе, либо 0-2. И ты работаешь один, но лет 10. Все, 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 не договорились. Да? Договорились, 50 на 50. Я согласен. А может... Пожалуйста. Твой костюм. Костюмчик. Мерседес подойдет. Любовницу тебе какую? Ким Бессингер или эту Шерон Стоун? Клавдио Шифер. Ах ты, господи, а? Габа, не дура. Откуда ты взялся у меня? Откуда ты взялся такой умный? Педагоги были хорошие. Здравствуйте! Здесь учат начинающих бизнесменов. Здесь! Так папа и сказал.